Привет, привет, добро пожаловать на Саша Soul Station. Вот уже 1:45 утра, а я только добралась до видео, чтобы сделать. В общем, похоже, что я заболеваю немного. Завтра надо ядреную дозу сока сделать с имбирем, с лимоном, потому что грядет день рождения дочери. Отмечать будем. Оно уже прошло, но будем отмечать. И это через 2 дня буквально. Если я разболеюсь, то это совсем не есть хорошо. Вот. Я не знаю, получится у меня к этому видео прикрепить или придется другое сделать, что я ела за день. Но я попытаюсь прикрепить сюда. В общем, такие дела. Сегодня ходили в буфет, ну, в шведский стол, пицца, пиццерия Сиси с пиццем. Там я сделала 3 огромных салата себе, огромных. Принесла свое авокадо и за 3,49 плюс свое авокадо за доллар. Короче, 4,50, 3 огромнейших салата, огромнейших. Не знаю, какие их осилила. В общем, налопалась до отвала. Надо завязывать с этими буфетами, бафе. Ну, в общем, вот так вот. Всем пока-пока. Надеюсь, у всех все хорошо и замечательно. До новой встречи.